что в магазин одарили глаза на лету. Она тебе не обухала, вот. Крысы. А, нет, а, извините, это больше. Твой ум, серьезно, не нет, что, давай это... будем сейчас, слушай, давай, что ты говоришь? Это ты, если ты вдруг сойдешься с Юлей, вот что нам тебе, ты сейчас говоришь, нет, если вдруг, АП, и так далее, еще что-то, как? Понимаешь, хорошо, ну, я же могу подумать, ты даже сейчас, понимаешь, представляешь подступление к этой ситуации. Что именно? Ну, ты говоришь, а если вдруг... Нет, так он говорит, если вдруг ты сойдешься, а еще что-то. Потому что все уверены, все здесь, кто сидит, все уверены в том, что вы сойдетесь. Это ваши предположения, понимаешь? Да, факты налицо, сухие факты где? Смотри, Рита тебе внешне импонирует. Правильно? Кто? Рита. Она симпатичная девочка, я об этом говорил. Ну почему нельзя просто начать сообщение? Тебя что-то тормозит. Мне кажется, для всех очевидно, что история у ребят не закончена, и пусть каждый сделает свои выводы.